Друзья, вот в такую погоду я прошу, даже не оставляйте детей без присмотра, следите за ними. Температура воздуха сегодня в Анапе плюс 25, температура водички 21, очень сильно. Вот смотрите, как ребенка чуть не снесло, кстати, падает сверху другой волной, а родителей рядом нет. И вот это вот на самом деле прям очень страшная картина. Пожалуйста, не оставляйте детей одних без присмотра, чтобы они всегда были рядом с вами. У нас западный ветер, это самый противный ветер, сегодня его еще будет усиление, очень сильное боковое течение. То есть не из-за волн, говорю, не купайтесь, волны сегодня такие лайтовые, детские, но прям как река, горный поток двигается в сторону Анапы, ну и, кстати, он снесет туда все водоросли, весь мусор, и вот парень заходил рядом со мной практически купаться, его унесло довольно-таки далеко, но он мощный такой, заплывал глубоко, но я вас прошу этого не делать. Сегодня очень многие люди, пришедшие на берег моря, вообще не лезут в воду, потому что, ну, действительно, понимают и видят, и море рычит, и это того не стоит. В общем, от души, ребят, пожалуйста, не рискуйте собой, своими жизнями. Лучше, как говорится, перебдить сегодня, провести время. Кстати, если все-таки хочется купаться, Малая бухта Анапы, там нету сильного бокового течения, либо на Большой Утрищ катайтесь. Но можно на Кипарисовое озеро съездить. Ну, а также приглашаем на много разных экскурсий. Если что, пишите WhatsApp. Есть у нас, допустим, путешествие в Крым на Генеральские пляжи. Вам там тоже очень понравится. Ну, либо можно съездить на страусиную ферму и отдохнуть там. Потом съездить в дельфинарий. Так что развлечений достаточно. Не рискуйте своими жизнями.